Привет, Сергей Гончар больше не является тренером Питтсбурга. Единственный наш специалист, работавший в клубах НХЛ, стал жертвой неудачного выступления команды. Российские клубы, налетай! Большой минус пузырей в НХЛ то, что невозможно придерживаться расписания. Вчера Бостон и Каролина задержались на льду и не давали выйти другим. Андрей Свечников удивил тем, что стал самым силовым форвардом в составе двух команд. Он провел 6 силовых приемов, но это не совсем то, что требуется от нападающего. Было 3 броска по воротам, нейтральный показатель полезности, но хоккеист остался без очков. Иван Проворов снова вернул себе позиции самого играющего хоккеиста. Он отметился передачей, но хотел забить сам, только шайба сначала попала в ворочка. Отметим, что Проворов вообще не уходит с площадки во время большинства. 3 наших игрока Колорадо ничем не отметились во встрече против Аризоны. Задоров по-прежнему в третьей паре и снова получил удаление. У Нечушкина плюс 1, а Владислав Наместников трижды угрожал воротам. Ну а наши игроки Вашингтона снова показали себя не с лучшей стороны. И если Кузнецову еще мало вопросов, он хотя бы создавал в атаке, а Орлов по-хорошему удивлял заряженностью, то Ковальчук и Овечкин провалили игру. Илья так вообще демонстрировал равнодушие, а Овечкин головой уже в отпуске. Семен Варламов отразил 24 броска, но не попал даже в тройку лучших, так как вставать на голову ему не пришлось. Сыграл уверенно, в пропущенных шайбах не виноват. Кажется, что ему предстоит еще 3 тренировки в первом раунде. Владимир Тарасенко ничем не помог Сент-Луису в первом матче против Ванкувера. Наш нападающий только набирает форму и, видимо, наберет ее к концу первого раунда. Чем приятно удивить свою семью. В рижское «Динамо» перешел Ондрей Витасек, который до последнего времени защищал цвета «Амура». А в Балашихе снова начали играть в хоккей. Только к середине августа, за 3 недели до старта турнира, свои первые игры провели «Авангард» и «Динамо Москва». Причем договорились быстро, в изначальных планах они впервые должны были сыграть 15 августа, но кто сейчас следует расписанию, приготовленному в апреле? К сегодняшнему дню у команды «Харти» должен был быть за спиной турнир в Сочи, да и Крикунов сыграл бы уже 5 встреч. И потому первая получилась сумбурной, суетливой, да еще и команды вышли не в оптимальных составах. Для главного тренера из Балашихи выставочные встречи никогда не являлись больше, чем тренировкой. В этом смысле он последователен и с первого дня утверждал, что смотрит совершенно на другие вещи. Полный матч провел Арсений Грицюк. Да, забил, да, выглядел свежо, но Хартли это не убедило. Он подчеркнул, что процесс оценки еще идет. Мне кажется, что тренер до конца не понимает, зачем ему этот молодой парень. Впрочем, ситуация в клубе изменилась. Боб будет обязан развивать и Арсения, и Семена Чистякова, и Егора Чинахова. У динамовцев даже в этой встрече было заметно, что Оскар Линдберг превосходит по уровню партнеров, а его связка с Пулкининым уже стала давать результат. Но больше понравилось, с какой ответственностью отнесся к этому матчу Никита Попугаев. Видимо, реально повзрослел и стал понимать, что еще пара неудач и он закончит. Через 2 дня команды встретятся снова. Боб Хартли не может победить в КХЛ 159 дней. Последний раз он обыгрывал уфимский Салават Юлаев. Чтобы сбить эту дату, в клубе решили помочь. Матч против «Динамо» «Авангард» посчитал победным. Однако бело-голубые решили не сдаваться. Если все так будут делать, то представляю, с каким результатом закончит сезон «Динамо Минск». И последний, лучший бомбардир ВХЛ Максим Кицын не подошел к Кунлуню, и контракт с ним расторгнут. Теперь форварду придется выбирать, либо ждать предложения из КХЛ, либо возвращаться в высшую лигу. Оба варианта плохие. До свидания. Вы знаете, я никогда не тренирую команды для того, чтобы они одерживали победы в товарищеских матчах. То есть товарищеские матчи здесь победа не первостепенна. И они нужны для того, чтобы люди могли посмотреть по интернету, болельщики могли посмотреть на свою команду, а мы при этом оценить каждого, кто есть у нас в составе.